друзья, очередной прекрасный вечер. Я остановилась на такой, как я люблю говорить, не крутой. Вот наша махина. Но вы не представляете, какая здесь красота. И пахнет так, скошенной травкой. И дубы такие красивые здесь. И мои собаки, они просто в восторге, потому что я приехала, они только увидели, что я остановилась, они уже рвутся на улицу. Все, потому что сегодня такой был занятый день. Но я остановилась, сразу пошла с ними гулять. Ель такая красивая. Очень классное пейзажное место. Ну, обычно это называется rest area. Типа место отдыха. И оно всегда как будто парк. Как будто парк. Поэтому... Ellie, come here. Come here, baby. Hey. Ellie. Ellie. Ellie, come here. Ellie. Элька собаку видела, уже рвет и мечет. Так, ну здесь, конечно, места полно погулять с собачками. Элли, come here, honey. Come here, baby. Come on, guys, let's go on this side. Я с ними сюда ходила, здесь спокойно, там нету людей. Получается. Еще я сейчас нагуляю. Хорошо. Элли, come here, baby. Come here. Так, здесь, в этом парке, очень много дубов, я вижу, дубы, и они такие вот красивые, как говорят, кучерявые дубы, да? Поэтому покосили травку, она так пахнет классно. Вот это все, этот парк отдыха. Rest area. И белка погнала, Элька за ней. А белки здесь такие наглые. Они там возле, я ходила в туалет, и видно, там их люди кормят, они там полно их кишит, этих белок. Они бегают, собирают что-то там, что им что бросит. Потому что там столики, люди кушают, и видно, дают что-то им. Вот какая красота, друзья, вообще. Это в конце дня, вы знаете, оно так расслабон такой дает. Подышать свежим воздухом, побегать с собаками. Я, Люська, она быстро, я сейчас не бежу, не бегаю с ней. А первый раз, когда я вышла с машины, это уже я второй раз пошла, камеру взяла. Люська вот так бежит, и я за ней немножко побегала. Классно, а то сидишь целый день на жопе ровно. Так, что тут еще есть? Сейчас вам приблизительно покажу, какие rest area. Вот там белка еще одна. Белка-стрелка бегает. Они еще эти желуди собирают. Желуди собирают. Здесь вон есть деткам такая площадка, качельки. Люсечка, иди сюда. Come here. Естественно, столики. Все это. Все для людей здесь, чтобы они посидели. Пообедали там или поужинали. Вот там площадка для деток. Мы сейчас пойдем, я покажу вам. Так, Люся, иди сюда. Come here. Ну, красиво здесь, конечно. Обалденный отдых вечером с собачками. И вон там качельки. И все, чтобы
деткам, если детками останавливаешься, чтобы им было. Вот как-то так, друзья. Поэтому мои собаки в восторге, и я тоже. От этой красоты, от этого запаха свежего воздуха. Хотя, вроде бы, кажется, трасса близко. Кто-то скажет, ну да, свежий воздух. Нет, реально, свежий воздух. Но у нас в Америке машины-то не воняют. Не так, как в Украине, что там такой чад идет от этих машин. Поэтому, не-не, у нас свежий воздух, реально. И вот здесь, между деревьями особенно, красотина. Поэтому понаслаждаемся мы с моими собаками вечерком. А с вами немножко поделилась этой красотой вечерней. Солнышко там выглядывает. Сейчас пойду еще водички теплые наберу, в траке помою. Здесь в туалете так хорошая водичка течет, хороший напор воды. Можно набрать ведерце, помыть в траке внутри. Да, Элечка? Oh, you found it there. Люся пописала, она всегда ищет, где Люся писает, и она на ее место. Я, друзья, обожаю собак, поэтому извиняюсь, если кого-то это напрягает, может быть, что я все насчет моих собак, но это мои детки, моя радость. С ними мне весело, в дороге, везде, поэтому я их обожаю, и они меня обожают. What's up, guys? Дядька еще с собакой. Ellie, I wouldn't do that. Дядька с собакой, Элька уже туда почесала. All right. Ellie, Lucy, come here. Ellie, I wouldn't do that. Come here. Don't do that. Don't do it. Так, ну ладно, друзья. Тоже они рвутся, мне уже за ними надо смотреть. Там уже дядька с собачкой, так они уже все.